Ловко ты, да, ты честно? Ну, почувствуй напряжение. Да, да, да. Шоу. Ага. Здесь руки попу все. Так вот, тянул. Ты просто тогда говори, как оно напрягается. Ну, вот эта рука больше, как бы, да, она такой. То есть здесь вот где-то еще. Да, здесь сила теряется. Получается, я сам себя давлю. Она тогда ушарит. А вот не дать точку опоры, а на человеке ее взять. Да, нет, во мне есть. Я вначале пытаюсь ее найти, а потом уже просто удержаться по здесь тупо не столкнуть. Стоять бы. Как вот как эта ну, вот сила твоя перетекает абсолютно в другое место. Нет перехода никакого. Ну. Почти что я сразу туда шел. Ну сейчас вообще ничего не могу. Нормально сильно давлю и ничего не чувствую. К тебе ничего не чувствую. Ну. Хотя берусь ну, так, крепко. Да, нет. Само положение. Видишь, вот раз напряжение, то у меня там в ноге где-то надо стоять. Ну, видно было, нет? Все. Ну, я не сильно же давлю, да? Я сильно давлю. Да я сам по себе давлю. Ha ha ha.
ушел, да. Этот момент, когда я теряю свой напор. Ну да. Его практически. Надеюсь, что это происходит. Как бы перетекает. Угу. Здесь еще вот твой вес тела. Нет, нет остановки такого, что вот я атаковал, а потом как бы уже твоя. Ну, да. А так. Как в пустоте. Как будто я изначально затеял упасть. Пришел, чтобы упасть. Угу. Мы так руки выкладываем, пытаясь вывести какое-то неудобное положение, чтобы мне можно было взяться как-то. Опора какая у тебя она? Ну я вот сам себя давлю, да. И на этом держусь. Да, ушло. Сейчас куда это идет? Сейчас меня, да. То есть я сейчас фактически сам себя давлю. То есть видите, в чем вопрос, что он сам в себя тянет напряжение. Видно, да? Ну, так-то я не хотел это делать. Тогда я в другую сторону сел. Вначале. Тянул в другую, но вытянул на себя. Вот. Что-то такое, за что нельзя схватиться, да? Такое ощущение. Да? Болото. Можно, конечно, подергаться. Сила уходит. Я нашел какой-то опор, уперся хоть чуть-чуть, а потом опять ее потерял. Да, терпение. Да, надо терпение. Нереально. Чтобы почувствовать вот. Не соскочи, да? Да. Ничего нет, даже упереться не может сейчас. Угу. Так, контакт есть, а упереться не хочет. Ну, как всегда. Уходит сразу, ничего, ну, даже не приложится. Когда некуда упереться, когда сила и уходит, получается, что ты сам в себя упираешься. Видно, нет? Не хочется даже продолжать. Да, потому что он давит рукой, а получается, что вся сила уходит в эту руку, видите? И просто не... Так. Теперь...
Приборсок. Да? Ай! Не почувствовал, куда она перешла. Она была на локте в тебе. Сейчас вот. То есть я сам с собой там боюсь, просто полный идиотское ощущение. Не поверишь, да? Я сам верю. Ну а в чем теория? На практике мы видим, а без теории просто перекладываешь всю силу, которую он дает, в него самого. Он сам с собой борется. Это уже знание. А? Это уже знание. Ну, просто, знать, да? Ну, чувствительность, физиология. Вот смотри, вот он сейчас удавит, да, не давит. Какие-то определенные приемы? Или это надо самому генерировать? Нет, вот смотри. Вот он, видишь, взял меня как бы на эту самую, да, на растяжку. А у меня нет напряжения, я все в него передаю. Вот он себе позвоночник сейчас вытянул. А как это можно передать другому? Вот так. Научить? Да, вот смотри. Вот он, видишь, давит это. Вот эта рука вот сюда давит на него. И он, получается, двумя руками себя давит. Понимаешь? Вот смотри. Или локоть вот. Видишь? Смотри, их не видно. Но это локоть, он вот это локоть мой тянет в себя самого. Положение тела. Вот тяни, да? А как мне за что сейчас? Да. Михаил, ну разок. Если он, допустим, схватится за рукав и потянет. Пускай. Я тяну, не подъезжай, видишь, он мокрый весь уже. Ну еще что, прикалываешься? Ты не видишь. Ты посмотри внимательно, куда идет напряжение его? Живот. Ну, в чей? Ну, так, нормальный человек бы, да? Он бы туда качнулся, тут я рукой выдернул. А тут не происходит. Он в животе там упереться не могу. И здесь то, что я давлю. Ну, как бы мне вот сюда в руку приходит. Почему? Получается, что я сам себя вот так давлю. Да, потому что. Вот, видишь, он сам себя вот в ту руку давит. Видишь? Ну, рука напряжена. Чья? Ваша. Ну, потрогай. Ну, напряжена так, не очень. Ну, напряжена. Ну, сколько он дает напряжение, столько и напряжена. А, вот так, да? Да. Спасибо. А можно попробовать? Ну, иди попробуй. Потихонечку.